Что будет сегодня с произвольной, когда времени в два раза больше? Посмотрим. Он тоже заявил сложные прыжки. Но нет ни одного четверного. Да, ну два тройных акселя. А это тоже учитывается? Это не учитывается, это просто для самого спортсмена не очень комфортно. Недокрут, как правило, ведет моментально к падению. Ну, как да, зачастую. Зачастую. На две ноги. Да. Не очень качественное исполнение прыжка обращения. Каскад. Хорошо. Сложных частей программы, а она ему не удалась. Опять stepping out. Дорожка шагов. Финальное обращение. Не знаю, подойдет ли слово «отмучился» Jialiang WU, но вот какое-то такое есть ощущение составляет, да, его прокат произвольной программы «Танго». Она называлась. Александр Ильич, ваш